Оскар мира воронежской журналистики. В День российской печати лучшие работники средств массовой информации получили награды за победу в областном профессиональном конкурсе. Торжественная церемония, в которой принял участие вице-губернатор Сергей Соколов, прошла в региональном доме журналистов. На этот раз жюри оценивало более 270 работ в 17 номинациях. Победителю в каждой из них вручили грамоту, памятный знак и денежный приз. Не забыли и про акул пера и микрофона, завоевавших вторые и третьи места. Самыми популярными номинациями стали «Репортаж года», «Очерк года» и «Духовные ценности». В числе лауреатов и сотрудники медиахолдинга «Губерния». Жюри отметил работу и телеканала, и газеты «Коммуна», и нашего радио «Воронеж». В общей сложности это 8 грамот. Это праздник, День печати, огромного количества людей. Понимаете, есть редакторы, есть корректоры, есть операторы. И так получилось, что все эти люди объединены вот этим праздником. И, как мне кажется, сейчас как никогда, вот вы знаете, эта профессия становится, наряду с такими, как мы всегда раньше говорили, профессия для человека – это учитель и врач. Конкретно на конкурс мы посылали программу про детский телефон доверия, как он работает, почему он так необходим, в чем такие большие самые проблемы происходят у наших детей. В общем, выяснили, что он не только для детей, порой взрослые тоже ищут ответы на очень серьезные вопросы.